Всем здравствуйте, меня зовут Елена, это YouTube-канал «Счастливая улитка». Это не мастер-класс, я показываю, как связала себе снеговика. И что у меня получилось? Вязала без кольца амигуруми и вязала его весь столбиками без накида. Как вязать кольцо амигуруми, столбики без накида? Ссылки на все это будут в описании под этим видео. Начала с головы. Прибавляю столбики, провязывая в одну петлю по 2 столбика, а убавляю, провязывая несколько столбиков вместе. Так, соответственно, я расширяю и сужаю игрушку. Наполнитель. Решила вязать не отдельными шариками, а вместе. Вывязываю шею, другой шарик большего размера. Также путем прибавления и убавления столбиков. Получился вот такой снеговик. Нос морковка. Вязала также крючком. Шапочку эту я вязала давно. И уже не помню для чего и для кого, она просто у меня лежала. Вдруг пригодится. Вот и пригодилась. Это обычный конус, связанный столбиками без накида. И я решила ее использовать. Снеговику она подошла идеально. Пришиваю нос, делаю глаза и рот. Примеряю шапку. Скрепка черная. Разгибаю ее. Это руки вместо палочки. И я решила подвязать ему ноги для того, чтобы он был устойчив и мог стоять. Вот что у меня получилось. Сейчас покажу вам его со всех сторон. Ссылку на плейлист с вязанием всех этих игрушек, которых вы видите, не только их там, гораздо больше, я оставлю в описании под этим видео. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.